Шаббат шалом! Этот день сотворил Господь. Будем радоваться и веселиться вон. Аллилуйя! Друзья дорогие, у нас сегодня замечательный день. У нас в гостях группа Скиминс из города Киев, пастор Ольга Потырайло. Давайте поприветствуем их. Они будут служить нам сегодня, они будут проводить прославление. Также у нас в гостях пастор Юрий Дрожин со своей супругой Ольгой. Это замечательные служители Божьи, служители международного класса. Плюс они друзья наши. Мы проживали в одном городе в Сибири. И у нас есть хорошая связь еще оттуда. Давайте поприветствуем их, дорогие друзья. Пастор Юрий будет служить нам сегодня. Я верю, что Бог даст хорошее слово. Слово, которое послужит благом для каждого из нас. Перед нашей молитвой мое желание прочитать 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасом ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедует о тебе хранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На спина и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его, прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Друзья дорогие, сегодня просто Дух Божий дает послание свое церкви. Сегодня Он дает послание нам, друзья дорогие. Слово Божие, оно не бывает тщетным. Бог посылает его, и оно не возвращается тщетным к нему. Оно исполняет то, для чего он его посылает. Давайте просто немножко задумаемся над этими словами и поразмышляем. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Ты покоишься под сенью Всемогущего. Ты живешь под кровом его. Скажи аллилуйя, дай амен. Дорогой брат и сестра, послушай, ты не просто там покоишься в тишине, но ты еще должен говорить вещи, правильные вещи. Ты говоришь Богу, если ты под крыльями, под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоишься, ты говоришь: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Упование свое ты исповедуешь устами пред его лицом. И это упование ты адресуешь Богу своему. Ты под его покровом покоишься. Тебе хорошо там. Посмотри, брат и сестра, посмотри, что происходит. Что Бог обещает человеку, который живет под кровом его и под сенью Всемогущего покоится. Он говорит: избавит от сети ловца, от гибельной язвы. Он говорит: не убоишься ужасом ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающая полдень. Бог говорит: ты не убоишься, потому что ты под покровом моим. Господь говорит: я услышу его, в скорби я с ним, я милость ему, спасение ему, долготою дней насыщу его, потому что он сказал: Господь, упование мое, и Всевышнего избрал прибежищем своим. Вот задай себе вопрос, как часто ты говоришь в молитвах своих, как часто ты произносишь это слово: Господь, упование мое.
Это очень важное исповедание. За то, что Он сказал: Господь, упование мое, прибежище мое, защищу, услышу, помогу, долготою дней насыщу его. Сегодня мы будем молиться. Пусть молитва твоя, она будет со смыслом. Пусть молитва, адресована Богу, она сегодня будет такой, как Он ее хочет слышать. Говори сегодня: Господь, Ты убежище мое, Ты упование мое. Господь, я благодарю Тебя, что через Сына Твоего Иисуса Христа Ты позволил мне быть там, находиться в этом месте покоя Твоего. Господь, мы принимаем Слово, которое Ты сегодня посылаешь нам. Господь бодрствует над Своим Словом. У Него не бывает пустых слов. Он говорит и делает. Аллилуйя! Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот прекрасный день. Мы благодарим Тебя за престол милости и благодати, за открытые небеса, за то, что мы можем приходить к Тебе, Господь, во всякое время. Мы можем изливать душу свою пред Тобою в молитвах наших, и Ты слышишь молитвы, Ты принимаешь молитвы народа Твоего. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за это прекрасное утро. Благодарим Тебя за покой. Благодарим Тебя за это право жить под покровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиться. Благодарим Тебя за слова обетования. Благодарим Тебя за защиту Твою, за охрану Твою, за Твое обещание верное. Дай аминь в этом обещании, потому что Ты бодрствуешь над Словом Своим. Ты сказал, и Ты совершил. Господь, благодарим Тебя за это служение, за этот шаббат, за этот день покоя, когда мы можем прийти пред лицо Твое, когда мы можем радоваться и поклоняться пред Тобою, когда мы можем возносить молитвы. Благодарим Тебя. В этот день прикасайся к нам, служи нам сегодня в любви Твоей, в истине Твоей, в нежности Твоей. Говори нам то, что Ты хочешь сказать через Слово Твое. Благословляй, благослови с уста проповедующего, Господь, пастора Юрия, наполни уста его Духа Твоего Святого, помажь Слово Твое, Господь. Пусть оно будет сильным, пусть оно растворится верой в сердцах наших и будет принято, и произведет работу и плод для блага каждого из нас. Благословляй, благослови группу прославления Скиминс, Господь. Пусть помазание Твое придет, Господь, на это прославление во имя Иисуса. Благослови святых Твоих, каждого, кто пришел на это место. Пусть ни один, Господь, не останется пустым. Наполни присутствием Твоим. Прикоснись, Господь, к каждой душе и восполни нужды. Прикоснись к тем, кто сегодня нуждается в исцелении. Исцели тем, кто нуждается, Господь, в разрешении проблем. Выйди навстречу и помоги. Пусть Твоя милость просто сегодня обновится над народом Твоим в это утро по Слову Твоему. Мы низко кланяемся Тебе, мы отдаем Тебе славу и честь и наши аплодисменты. Аллилуйя! Здравствуйте, дорогие! Аж как-то легко говорить «дорогие», потому что то, как вы нас, конечно, принимаете, с каким теплом и с каким гостеприимством, редко где можно встретить, потому что, наверное, три человека только у меня спросили, три женщины за сегодня: вы к нам переезжаете? Это очень вдохновляет, что вы так любите вашу страну, вашу землю. Вы для нас, конечно, пример, и для нас реально просто честь с вами сегодня поклоняться и прославлять Господа, потому что то, какой вы народ на вашей земле, то за вчерашний день только, сколько нам Петр ваш рассказал разных историй, показал нам немного город, Библия оживает. Все настолько по-другому начинаешь смотреть, и совсем по-другому наши ожидания, конечно, были не так велики, как мы увидели эту красоту. Все эти истории, все эти люди, которых мы встречаем, спасибо вам большое. Мы так рады, что мы с вами встретились, мы так рады, что мы с вами сдружились. Давайте вместе прославлять Господа, вместе поклоняться Ему. Боже, прославляем Твое имя. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты объединяешь нас, таких разных, Боже мой, но таких любящих Тебя, Отче. Мы нуждаемся в Тебе, Боже, больше всего, чем в другом. Мы
нуждаемся в Тебе так сильно, Отче. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты наполнил нас до избытка Своей любовью, Своим миром, Своим теплом, Отче, во имя Иисуса Христа. Мы жаждем больше всего прославить только Твое имя. Мы жаждем больше всего на этом месте поклониться Тебе, Отче, Святый наш Боже. Будь прославлен, Боже, в нашей жизни, в наших странах, Отче, через каждого из нас, Отче, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, дорогой Бог. Что Ты очистил нас, Ты забрал наши грехи, омыл нас, осветил, и теперь у нас есть вечная жизнь. Спасибо Тебе. Это самое драгоценное, что у нас есть, Боже. Спасибо, что завеса, она была разорвана, и мы можем встречаться с Тобой каждый день. Каждый день говорить с Тобой, каждый день наслаждаться Твоим присутствием, Господь. И мы просим Тебя, будь здесь среди нас, Боже мой. Дай нам просто насладиться Твоим присутствием. Мы будем славить Тебя, поклоняться лишь Тебе, Боже мой. Ты один, кто достоин всего. Ты один центр всего. Боже мой, помоги нам отложить все наши проблемы, всю эту суету, Господь, и сосредоточиться только на Тебе, Боже мой. Слава Тебе. Боже мой, преклоняемся пред Тобой. Ты прекрасный Бог. Thank you.
Господь, укорениться и укрепиться в Тебе. Дух Святой, наполняй нас. Дай нам познать больше Тебя. Чувствую вкус.
наша жизнь не может без славы Твоего. Ты здесь сейчас, Ты касаешься нас. Мы хотим думать только о Тебе, мой друг. Мы хотим думать только о Тебе, Иисус. За то, что Ты сделал на кресте. Это великая любовь. Она вошла в историю, и мы хотим, чтобы каждый человек о ней знал в этом мире. Мы хотим, чтобы Ты, Иисус, был прославлен. Любим человека. За честь Тебе, Господь. Надо будет молиться сейчас. Время для того, чтобы пообщаться с нашим Царем, с нашим великим Богом. Давайте будем молиться сейчас. Будем присутствием. Будем судить. За честь Тебе, Господь.
Твоя любовь.
сам поет. Сердце бьется, мои душа, отдав себя. Обретаю жизнь я, стремлюсь выше, мой дух летит, и небес коснусь, лишь на колени опущусь. Сердце бьется, парит душа, отдав себя. Обретаю жизнь я, стремлюсь выше, мой дух летит, небес коснусь, лишь на колени опущусь. Иисус, лишь на колени опущусь. Сердце бьется, парит душа, отдав себя, обретаю жизнь я, стремлюсь.